Всем привет! Ребятки, у нас сегодня супер-мега-челлендж. Сегодня мы проверим, насколько Илинка с Эдиком понимают и знают Бравл Старс. И сегодня мы будем угадывать бравлера по еде. Сегодня у нас будет много заданий. Я буду на этом подносике с крышечкой выносить еду бравлера. А наши детки должны будут ее угадать. И если они угадают все задания без подсказок, то мы их задонатим на 2000 гемов. А если они вдруг какое-то задание провалят, или будут долго отгадывать, или им будет нужна подсказочка, тогда они тоже получат какой-то утешительный приз, но 2000 гемасов им не достанется. Ну что, готовы? Сейчас мы проверим, насколько вы крутые геймеры в Бравл Старс. Да! Вот смотрите, карточка. Здесь изображен персонаж, любимая еда которого находится здесь в подносике. Ставим подносик на стол. Когда будете готовы, я открываю. Готовы. Готовы? Собрались? Да. Раз, два, три. Чупа-чупсы. Ага. Интересно, кого это любимая еда? Чупа-чупсики. Это, конечно же, Леона. Да, это же Леона. Вы уверены, что Леон? Или, может быть, попробуете еще подумаете? А ну попробуйте на вкус, вдруг это не Леон. Тогда поднимайте тарелочку и смотрите. А ну-ка смотрите, кто тут изображен. Леня. Покажите yes, сами. Yes, yes, yes. Первое задание дети выполнили. На карточке у нас изображен Леон. Так, Леончик, а ну держи чупа-чупсы. Yeah! Да, ему нравится, это его мой вкус. Но первое задание было самое легкое. Дальше будет все намного посложнее. Пошел я за второй тарелочкой. Итак, я уже готов. Официант принес вторую тарелочку. Задание номер два. Все готовы? Да. Открывать? Да. Один, два, три. Вот такая вот еда. Можете попробовать на вкус, может кому-то тоже понравится. Да, очень вкусно. Прям вкус такой яркий, электрический, офигенный прям. Так, есть у кого-то идеи? Чья это еда, Элинка? Это 8 бит. Точно 8 бит? Может, Барли, Поко или Нита? Вы уверены, что 8 бит? Да, уверена. Подождите, ребята, нажмите на паузу и быстро напишите, как вы думаете, чья это еда? Но это 8 бит, потому что у него розетка торчит. А ну-ка сейчас посмотрим. Да. Открываем. 8 бит! Покажите на камеру. You win! 8 бит, так, 8 бит, держи, мы сейчас тебя зарядим. Вот, это твоя зарядочка, и сейчас ты будешь полон энергии. Итак, теперь задание номер 3. Что там? Готовы? Да. Раз, два, три, поехали! Гамбургер. Может, это булл? Булл? А ну откройте точно гамбургер? С чем он? Так. Булл! You better believe it! Как вы догадались, что это булл? Ну, у него же есть свой бар, папа. Так что, в баре обязательно гамбургеры? Да. Задание номер 3 выполнено, и сейчас очень сложное четвертое задание. Подсказочка. Так. Готовы? Да. Один, два, три! Так. Что это такое? Ну, рассказывайте, можете ягодки попробовать? Замороженное. Ну, они могут быть не замороженные, они обычно свежие. Персонаж из Бравл Старс ест эти ягоды, скорее всего, в свежем виде. Просто сейчас еще ягод нет, потому мы их достали с холодильничка. Ну, какие идеи? Я думаю, что это Нита. Ну да. А почему Нита? Потому что это ягоды. Ну и что? Ну, медведи едят ягоды. А что еще на тарелочке? Орешки. Так, а ну-ка, я тоже попробую. Я люблю орешки. Может, это не простая Анита, а Анита Белка. Молодцы, угадали. Yeah! Мы, конечно, откройте, посмотрите, да. Ну, откройте, посмотрите. Мы думали с мамой положить мед. Четвертое задание пройдено. Пока что у вас есть все шансы получить 2000 гемасов каждому. Сейчас задание номер 5. Подождите, я карточку подложу. Па-ба-ба-бам. Так, давай попробуем для анализа. Это манго. Что это такое, Ли? Чья это любимая еда? Я знаю, это Биби! Точно Биби? Да! Смотрите на карточку под тарелочкой, понимаю, мамба вкусная, а вдруг вы не угадали? Открывай, Эдя! Так, и тут у нас расплывчатая Биби! Так, ну а почему Биби? Почем вы догадались? Жвачка! Ну ее не видно, но жвачку она жует, это легкотня! Все, дальше я обещаю только очень тяжелое задание! А сейчас задание номер 6! Готовы? Да! Раз, два, три! Сахар. Кто любит сахар? Сахар.
сахар. Так, ребята, пишите в комментариях, кто уже догадался. Сахар. Кто же может любить сахар? Быстрее время идет, 2000 гемасов могут сгореть. Так, подумать надо. Блин, а ты сахар кушаешь? Элинка, думай быстрее. Сахар, сахар. Кто главная сладкоежка Бравл Старс? Главная сладкоежка у нас, по-моему. Кто постоянно кричит, хочет сахара? Небольшая подсказка. А, это Макс, наверное. Нет. Подумайте, да, точно не Макс. Что? Она на английском кричит. Как на английском будет сахар? Это пайки. Give me some sugar. Молодец, Элинка, как ты угадала. Ну давайте на всякий случай проверим. Give me some sugar, please. Ну я не ожидал, что она и Пайпер любит сахар. Я думал, какая-то королевская пироженка она. Но если она говорит, дайте мне сахару, значит, скорее всего, сахара и по вкусу. И Элинка молодец в этом раунде. Эдик замешкался. Этот раунд разгадан благодаря Элинке. А теперь задание номер 7, ребят. Можете угадывать вместе с нами. Пишите в комментах правильные ответы. Готовы? Да. 1, 2, 3. Больше подсказок не будет. Можете попробовать, это очень вкусно. Так, какие-то семена. Птичка какая-то. Не знаю. Мистер Пи? Ворон! Ворон, точно! А ну-ка, смотрите, ворон это или не ворон? Ворон. Nice piece of work! А теперь задание номер 8. Готовы? Да. 3, 2, 1, вперед! Так, это что? Можете попробовать, это съедобное. Стейк. Это не стейк. А вот это мясо. Это сыровяленое мясо. Не буду его есть. Почему? Это очень вкусное мясо, это считается деликатес. Ну, папа, назови. Называется оно на букву Х, называется оно хамон. Так. Кто знает такое мясо? Кто пробовал, напишите. Мне лично оно понравилось. Давай подсказку берете? Так, дети берут подсказку. Это... А кто догадался, пишите в комментариях. Мясо хамон, это сыровяленая свинина. И это национальное блюдо испанцев. Теперь подумайте, кто у нас имеет какое-то отношение к Испании из наших бравлеров. Испания. Так, надо всех перечислить. Могу даже подсказать. Поко! Нет, не Поко. Его имя, оно состоит из двух слов. И в переводе с испанского оно обозначает двоюродный брат или кузен. Нет? Ну попробуйте, может хамончик, вкус хамончика вам напомнит? Так, не хотите, тогда я попробую. Сдаетесь? Нет, давайте еще подсказочку. Он до ближнего боя. Это Эль Примо! Эль Примо! Эль Примо в переводе с испанского обозначает двоюродный брат или кузен. И потому наш Эль Примо, так как он испанец, он не откажется от вкусненького сыровяленого хамона. Открывайте подсказочку карточку. Эль Кампеон! Молодец, Эль. Молодцы. С 10-й попытки догадались. Да, ну вторая была уже подсказочка, потому не расстраивайтесь. Ну в сегодняшнем челлендже 2000 гемасов вам уже не светит. Но у вас есть шанс получить еще подарки. Но нужно знать хорошо историю. Настоящие бравлеры, они каждую деталь про своих любимых персонажей знают. Ну вообще, папа, непонятно. Подсказки рассказывают то, что нужно смыслить головой. Я сначала подумал, что это мед. Когда темная крышка, то это бич, если на язычак разгадаю, тут бац и бекон какой-то. А теперь следующее задание. Задание тоже непростое. Готовы? Да. Все, на этот раз мы всем будем отгадывать без подсказок. Готовы? Да. 3, 2, 1, вперед! Печеньки. Кто у нас любит печеньки? Это Пенни! Это да. Точно Пенни. Почему так думаешь? Потому что они пиратские. А ну попробуй на вкус, может не Пенни? Точно Пенни. А что изображено? Такие пиратские штучки. Так, да, тут рыбка, какой-то компас, кристаллы, осьминоги, пиратский крюк. Точно уверены, что Пенни? Да. Ну открывайте, смотрите. Пенни! Yes! Ну на этот раз только я тут угадал быстренько. Сообразил. Это было легко по пиратским картинкам очень. Ну, я сначала засомневался, может, это Дэдли, но робот и печеньки не может есть. Следующее задание в этой тарелке вкуснятина. Но не каждому она нравится. Кто попробует эту вкуснятину, тому сразу даю 2000 гемов. Поехали. Кто не хочет пробовать, тогда отгадывайте. Чья это еда? Точно?
Может, это акула Леон? Ну, я думаю, Леон вряд ли захотел бы кушать сырую рыбу. Акула вообще-то. Так, давайте быстро отгадывайте. Думаем. Так. 2000 гемов вы уже не заработали, может быть, хотя бы утешительный приз. Подумайте, кто может кушать сырую рыбу? Ребята, если вы уже догадались, напишите обязательно. Нам интересно ваше мнение. Скажу так, этот персонаж, он как бы и птичка, и не птичка. Он вроде бы птичка, и вроде бы у него есть маленькие крылышки, но он не летает. Это мистер Пи! Да, это мистер Пи, да. А ну-ка. Показывайте. Это мистер Пи, отгадали с подсказками, и наша рыбка плывет прямо в рот к мистеру Пи. Мистер Пи, кушай. Следующее задание. Готовы? Да. 1, 2, 3. Конфетки. Так, давайте. Это Рико. Да. Уверены? Да. Почему Рико? Ну, он же стреляется конфетками. Смотрим. Да, Рико. Ребята, теперь самое сложное задание, скорее всего, в этой викторине сегодняшней. Я думаю, что наши детки его не отгадают, но истинные бравлеры, если есть среди вас, то вы обязательно правильно напишите ответ в комментах. Получите. Это хлопья, правильно? Кто может есть хлопья? И почему? И почему, чья это любимая еда? Задание очень сложное, для этого надо знать бравлеров очень досконально. Пожалуйста, налейте туда молоко. И будет просто... Ну что, какие предположения? Так, подсказочка. Не надо. Может, Джесси? Нет, не Джесси. Это не Джесси, даю подсказочку. Маленькая подсказочка. Этот персонаж рекламировал хлопья в новой карте, но которая уже эта карта сейчас недоступна. Очень хорошая. Так, ну что, сдаетесь? Ребята, ладно, думаю, кто-то в комментариях угадал. Это Кольт. Вот он наш Кольт, который любит Sorry, хлопья. Noob. Сейчас предпоследнее задание. А ну-ка. Пироженка. Так, кто любит пироженки? Не, ну пироженки, конечно, любят все. Да. Барли-клюшка. С плюшками. С плюшками. А ну еще раз не поняла, поясните, что Барли значит. Барли с плюшками, скин такой. Ребята, вы как думаете, отгадали дети или нет? Не знаю, ребят, наверное, это промах. А ну-ка, смотрите. Да, есть! Это действительно Барли с плюшкой, вернее ее скин. Правда, плюшку такую натуральную мы не нашли, но вот эта пироженка немного на нее похожа. А сейчас последнее и самое сложное задание. Если они не отгадают, ничего, никаких гемов я не дам. Опа! Что это такое? Шаурма или что это? Это шаурма. Не нужно только ее пробовать. Шаурма. Любимая еда Поко? Нет, не Поко. Включайте логику. Шаурма у нас из... Откуда у нас шаурма пошла? Да, шаурма у нас пошла с Азии. Азия. Это джин? Как ты угадал, а? Азия и джин это... А ну-ка смотрим, любит ли джин нашу шаурму. Молодец, Эдди. Ну я думал, что ты в жизни не отгадаешь, вот это молодец. Вот такой, ребятки, у нас сегодня челлендж. Сколько у нас осталось еды наших любимых бравлеров. Будем сейчас все доедать. Единственный корм для птичек повезем бабушке в село. Ну и рыбу сырую трогать не будем. Ну как, вам понравился челлендж, нет? Да, понравилось. Ребята, напишите в комментариях, сколько блюд вы отгадали. У нас еще есть задумка сделать точно такой челлендж, но не с едой, а с любимыми напитками наших бравлеров. Кто хочет, обязательно пишите в комментах. Ну а на этом мы будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш инстаграм и еще на наш канал. Мы вас любим, всем пока. И жмите на колокольчик. Game over.